чтобы снять для вас красоту луж. Луж нашего кантона. Насколько красиво у нас в лужах. У нас вообще красиво, но вот это скрытая красота. Там плавают рыбки, риволосы. Кто-то видит. Я лично вижу. Но их в основном будет снимать вот подводная видеокамера, она у меня там стоит. Вот. Эти, вот сейчас я поймаю. Вот это пара водяных клопов Ронатор. Сейчас я их заброшу тоже к поближе к камере. Может быть, они попадут под водой в кадр, и это будет интересней. Все-таки на поверхности они не так красиво выглядят. Вот эта канавка время от времени пересыхает. Рыбы эти живут недолго, отмечивают икру, и дальше эта икра обсыхает и ждет момента вылупления. Но при сильном наводнении, обводнении заплывают сюда, и вот под водой, смотрите, вот он, риволус. Еще один сейчас. Надеюсь, их побольше. Посмотрите, на самом деле, как красиво в обычной канаве. Вот. Но иногда в эту канавку заплывают и такие долгоживущие рыбы, типа болотных угрей, или гуанчинчи, или тетры, прочие хироцинтовые. Вот самечек справа. Это риволусы. По мне, очень приятные рыбки. Вот это самечики, они ярко окрашены. Не так красиво, как многие карпозубые. Но все-таки. И вот сейчас тут вокруг одни самцы. Обычно гораздо больше попадается самок. То есть, если начнешь черпать по канаве с очком, то в основном попадаются самки. А вот это самцы. Вон. Смотрите.